Флаг России и портрет президента на самой высокой точке Европы. А в День России 12 июня группа российских альпинистов поднялась на Эльбрус. Это восхождение было организовано региональной общественной организацией культурного и духовного наследия народов Карачаево-Черкесии «Совет старейшин Единый». На высоте 5642 метра альпинисты развернули государственный флаг России и установили портрет президента Владимира Путина. Это событие призвано продемонстрировать единство и силу народа России, несмотря на все трудности и вызовы извне. Организаторы акции выразили уверенность, что подобные мероприятия способствуют укреплению патриотизма и сплоченности российских граждан. Поздравляем многонациональную Россию с Днем России! Нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина с Днем России! И Бог Родины помогла нашим предкам преодолеть все испытания, поддержать ратные и трудовые победы, добиться триумфов и наука творчества состоит нашему великому страну. Мы должны беречь это бесценное наследие. Желаем вам успеха, процветания, работы в мире и в нашей стране. Вместе с Россией!